Добро пожаловать на канал HardRaset Info. Перед нами устройство Realme GT. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать скриншот. А я вам скажу, что Realme предусмотрели целых 3 способа, чтобы это сделать. Первый способ, самый простой, самый стандартный. Одновременно нажать на кнопку питания и уменьшение громкости и сразу отпустить. Скриншот готов. Окей, следующий скриншот. То есть, когда у вас телефон в руках, это очень просто сделать, поскольку у вас телефон, у которого кошелька регулировки громкости находится на другом торце, то это невероятно просто делается, просто вот так вот, слаб, все, готово. Смотрите, это первый способ. Второй способ, еще проще, не всегда удобный, но еще проще. Берете 3 пальца и протягиваете вниз по экрану, 3 пальцами. Все, скриншот тоже готов. То есть, вот 2 способа, чтобы сделать скриншот. Третий способ, еще проще, для этого вам нужно зайти... это уже немножко другой способ. Смотрите, вам нужно зайти в настройки. Когда вы зайдете в настройки, либо в любое абсолютно приложение, в котором можно прокручивать список. Берете, делаете скриншот одним из 2 ранее показанных способов. И нажимаете на кнопку «Прокрутка». И у вас будет прокручиваться экран до тех пор... вы можете вручную его прокручивать до тех пор, пока вам не будет нужно. Вот, например, мне до сюда нужно. Нажимаю «Готово». И все, у меня длинный скриншот. Все эти скриншоты затем можно найти в галерее, в альбоме скриншоты. Так, вот он. Вот длинный наш скриншот. То есть, вот он. Можем его отредактировать. Что хотим, можем сделать. Вот наши скриншоты, которые мы до этого делали. То есть, как редактировать скриншоты? Нажимаете на кнопочку «Изменить в галерее», и здесь можете сделать все, что угодно просто. Обрезать, повернуть, настроить фильтр, разметка. Можете нарисовать что-то, не знаю, закрасить мозаикой какой-то участок, который не хотите, чтобы был виден другим людям. Да и все, и потом отправлять, сохранять и так далее. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.